у меня конопушек, или это грязь у меня тут такая на носу. Ну ладно, будем считать, что это конопушки. Ну что, господа, поплыли. Доброе утро, друзья и гости нашего канала «По щучьему велению». Я сегодня собралась на заключительную рыбалку за живцом. У нас очень активная весна. Вчера хорошо лед оттаял на реке. Сегодня я думаю, что как бы мне к вечеру выбраться. Плюс 14. Ух, ну посмотрим. Если сейчас я приближаюсь к реке, если там критичная ситуация по льду, значит, возвращаюсь обратно. Дорога полностью оттаяла. Волокуша у меня едет, тащу точнее волокушу за прямо по песку. Едва-едва. Ну вот видите, река уже вся темная. Наверное, сегодня вскроется наледь. Ну, ступлю, посмотрю. Я взяла с собой лыжи. Если что, по бережку аккуратненько пойду. Вот, но, друзья, сегодня заключительный день, это точно, выхода на водоемы. Добралась поближе. Ну, снег сошел, только лед. Выхожу на наш след, протоптанный рыбаками. Зимой это был бурановский след. Но пока что все довольно-таки уверенно. Вот. Ну, толщина льда сохранена. Вчера бурили сантиметров 50-60. На данном водоеме, на данной реке очень стремительное течение. Поэтому, конечно, лед, толщина льда также очень быстро уменьшается, потому что лед, соответственно, при оттайке становится, ну, кристаллизируется. Вот, ну, весна, встречаю весну. Апрель уже пора прийти весне. Но пока иду, ребята, пока все хорошо. Единственное, критично будет вот там. Впадает маленькая речка и где обрыв. О, там уже кто-то есть, между прочим. Уже сегодня прошли, так что, значит, я сегодня рыбачу не одна. Ура! Ура, ура, ура! Уже не так страшно. Вот. Ну, сейчас будем потихонечку готовиться. Дай бог, чтобы клев. Очень обрадовалась, что я буду не одна. Там дяденька рыбак уже есть. Ой, сколько у меня конопушек после вчерашнего дня, хотя солнышка и не было. Вот, конопушки. Ну, уже не так страшно, ребята. Я смотрю, вроде как следы какие-то. Что там за следы? Уже, кажется, кто-то вперед меня прилетел. Это хорошо, это хорошо. Будем ловить, выставляться и ловить. Ну, ребятки, я уже на месте. Ура, ура! Выставляю съемку свою. Сейчас будем готовить в лунках инструмент, чтобы рыбачить. Пожелаю мне хорошего клева, ни хвоста, ни чешуи. Я прям очень настроена на хороший клев. Так, ребят, добралась я до места. Буду распаковывать снасти. Буду рыбачить сегодня на, значит, опарыша. Вот такой вот беленький опарыш у меня. Гигант, между прочим. Но он, да, на самом деле гигант. Потом у меня есть красненький. Вот такой вот красненький. Тоже гигант. 10 грамм, между прочим. И такая вот коробочка с, как это вам сказать, с червями дендробена. Вот. Есть у меня и домашние червячки. Ну, решила... О, породистые. Нашла слово правильное. Ну, в общем, как всегда, у меня маленькая мормышка. Со вчерашнего дня у меня тут еще висел червячок. Я его сняла. Очень сильно устала. В
вчера выходила отсюда, измаялась. В общем, с Настей тоже дома перебрала, что-то починила, был у меня отрыв. Вот, сняла старого червячка. Я думаю, что одного опарыша мне хватит. Вон, видите, какой большой, жирненький и отличный. Ну что, меряем глубину и начинаем. Посмотрю, на что сегодня будет лучше у нас рыбка клевать. Более-менее стабильное давление по сравнению со вчерашним днем. С позавчера на вчера был перепад в 6 атмосфер, поэтому ну, не очень-то ей хотелось. О, все, дно нашла. Так, в этой лунке я вчера рыбачила другой удочкой. Ой, так, что-то тут запуталось. Сейчас. Ну, сегодня будем в этой лунке так рыбачить. Вот это будет тут рыбачить. Так, а во вторую лунку... Во вторую лунку, ребят, я одену червячка. Сейчас еще вот так вот. Ну, пил, тьфу-тьфу-тьфу. Клюй, рыбка, клюй. Ну что, погнали одевать червяка теперь. Расстояние между двумя лунками почти 1,5-2 метра. И хочешь, не хочешь, вот это вот две ловчие лунки, ну, вчера так было, по крайней мере. И я, знаете, как крошка-осьминожка, вот так вот бегаю между ними. Так, ну что, пришло время червяка, наверное. Что-то тут ему тоже неохота. Смотри, что. Ладно. Так, ну что, вы видите, там со мной лыжи едут, волокуши. Это на всякий случай. Это если вдруг мне придется выбираться вот тем путем, тем берегом, точнее. Ой, у меня клюет, подождите. Уже что-то клюет. Нет, пока что не хочет садиться, но уже хотя бы кто-то кивком заинтересовался, это уже хорошо. Вот со вчерашнего дня, видите, у меня тут червячок. Даже его вчера не ободрала. Так, здесь у меня немножко другая мормышка вольфрамовая, но тоже такая маленькая заглотушка. На эту удочку буду рыбачить на червячка, на дендробену. Ой, там уже вообще кто-то прыгает. Сейчас, ребятки. Так. Одену на коленники, которые Вальдемар мне подарил. Очень хорошая вещь, между прочим. Особенно сейчас, когда... Лед мокрый. Да что такое? О, заработала. Так, наверное, уже вместе... Ух ты, ничего себе, какие тут черви. Круто. Знаете, оранжево-красные прям такие. Сама бы съела. Так, ну что, давай червяк. Да жирненький такой. И мне такое жирненькое не надо. Давайте я кусочек оторву. Червячок. Давай, маленечко. Дай мне свой кусочек. О! О, ничего себе, какая она здоровый. Здоровый-прездоровый. Не влезет моему. Мне маленькая нырочка нужна. Ну, посмотрим. Так. Этих червей маленько надо на диету посадить. Так, опа. Ну, оставляю тут хвостик. Ну что, тоже тьфу-тьфу-тьфу. Пил. Клюй, рыба. Так. Ну да, глубины тут 1-2 метра. Так, вот так вот. Ну, эксперимент. Смотрим, что на что будет брать. Поточнее, опа, чтобы кивок было видно. Ой, открыла коробочку. Смотрите, что, побег Шоушенка. О, бегом. Открыла только коробочку, смотрите, что они побежали.
Побежали бегом на лед. Побег с Шоушенка. Так, ладно, друзья, товарищи, у меня не тут должны быть. Сейчас они в лед тут закопаются мне. Ага, хитренькие какие. Ну, их правда, что гигант. Вот это да. Здоровули какие. О, ой, смотрите, клюет. Клюет на опарыша. Что у нас тут? Эти. Клюет так клюет. Но на крючок не садится. Ладно. Сейчас посмотрим. Только начало. Тут еще пока ничего. Так. Опарыша. Тоже пока ничего. Так. Ох, как расшевелились, а? Ой, сколько их тут много выскочило. Вот это да. Весело им. Вообще весело. Сейчас плотно закрою, чтобы тут им не бегалось от счастья. Так. Ладно. Надо по хозяйству. Заниматься маленько. Может, тут уже все съели? Не? Вот висит. Угу, висит и пробует. Какая тут прозрачная вода. Тут прозрачная вода. Угу. Так, ладно. Так. Ну, если что, оставим тут тогда удочки. Пойдем еще сейчас в одно место порыбачим. Я еще одну ловчую лунку знаю. Перебираюсь на место. Взяла сегодня, между прочим, стульчик, как путняя рыбачка буду. Вот. Будет очень комфортно мне сидеть. Пока что еще не клюет. Теплынь на улице невозможно. Просто невозможно теплынь. Так не бывает. Да, сегодня здорово снег скушается. Вот такие уже промоины со вчерашнего дня. Считайте, почти в два раза. Там вообще очень хорошо промыло. Туда дальше, не знаю, видно, нет. Прям тоже хорошо промыло. Но мне надо вот эта вот лунка. Я поставила ведерко. Вот буду тут рыбачить. Ну, лед пока нормальный здесь. Так что надеюсь, что под воду не уйду. Смотрите, какое течение. Вон. Да. Заключительный день сегодня. Здесь. Так, ну, в принципе, процедура вся та же самая. Открываю волшебную лунку. Так, ищу удочку. Ну, вот возьму вот эту. Я с той лунки принесла. С червячком опускаем. Меряем глубину и надеемся на клев. Надеемся на клев. Здесь глубина побольше. Где-то вот так вот. Тут течение. Ладно. Так, смотрим. Водичку пока набирать не буду. Посмотрим, где лучше будет брать. Тут вот свежая вода пошла. Может быть, поактивнее вправду будет брать.
друзья, ничего. Прям даже очень-очень странно. Очень-очень странно. Вроде бы теплеет. В этой лунке опарыш. По одной рыбке поймала, удалось поймать. Но кто-то взял, кто-то взял. Опа! Отличный какой живец! Ура! Прекрасная сорожка, смотрите, отличных размеров. Просто отличных размеров. Жирненькая спинка. Ой! Супер! Ура! Заработала, ребята! Заработала! Сейчас отпущу. Все-таки на более активную надо подразнивать. На лежачую, на дно не хочет. Я уже думала, сегодня вообще ничего не смогу поймать. Хочет пойматься. Опа, давай-давай. На парыша, друзья, на парыша. Но это конкретно сорожиная поклевка беленькой. Очень аккуратная, осторожная. Сейчас ее подразним. Самое интересное, чем вот крупнее рыбка, тем она более так осторожнее берет приманку. Или наживку. Это, наверное, все-таки наживка правильнее. Все там червяки, опарыши, это наживка. Все, что живое, одеваем. Ну, пока что никого. Потихонечку играет. Ну, кто-то вот сидит, прям кто-то вот пробует, он прямо пробует. Давай, жуй. Тот опарыш гигант. Накушаешься, а я тебя вытащу. Будем щуку кормить. Вон аж пузырьки пускала рыбка. Неактивная прям совсем. Совсем неактивная рыбеха. Улов мой понемножку прибавляется, рыбки. Тут даже пескарики есть маленькие на живца. Но на камеру рыба бастует. О, кто-то попался. Вот он, ёж, красавчик. Холера такая. Распушился, недовольный весь. Ну и ты мне тут тоже не нужен. Что ты тут?
деловой какой. Вот так вот и клюет сегодня целый день. Не то, что надо. Штук 100. Друзья, сегодня вообще ничего не хочет клевать. Я уже и ловчая лунка, и не ловчая лунка. Не знаю прямо, что делать с этой рыбой. Ерша, конечно, много. Слабые поклевки. Ну, что теперь? Хотя очень погожий денек. Почему так, никто не знает. Рыба должна сегодня была клевать по всем прогнозам. Вот. Сейчас посмотрим, кто тут. Ну, ерш, вот похоже на ершовую поклевку. Дергает. Повыше поставлю. Пробовала, как будто бы у белой рыбки болят зубки. Ну вот, пробует, хорошо пробует. Что надо, рыба, что надо? Ешь давай червяка, там тебя ждет крючок. А тут ерш. Очень много ерша, наверное, сегодня ход ерша, поэтому он забивает белую. Не дает. Да, люди вот собираются домой уже, а я все еще никак.
можно ходить. Я ни разу такой весной здесь не рыбачила, поэтому не знаю. Это страшновато. Ну, страшновато, но тут лед еще 70 сантиметров, так что нормально. А здесь? Да, это так что можно идти. Да, вот прям по тропинке идите, ничего страшного. Нет, сюда же я пришел. Ну да, так же и обратно. Я просто проваливался два раза. Ага. Ну не здесь, еще это, в Сургуте на Оби. Ой-ой-ой. А там, да, там очень страшно. Там ой-ой-ой. Там и течение, и глубины, и мама дорогая. Вот так увеличивается промоина за целый день. Сегодня плюс 14 обещали. Но на самом деле очень жарко, просто очень жарко. Опадает, вон смотрите, комья снега в воду. Оно как упадет, я как подскочу, потому что, ну, в принципе, тишина, конечно же. Вот, там еще маются двое рыбаков. Ну, а мы тут все ждем весну. Да. Вот еще промоина. Собирается талая вода, вот такая грязненькая. Грязь несет. Также вон заходит эта же вода в лунку. Вот такая вот талая. В этой лунке пробовала рыбачить. Вообще один ёрш просто одолел. Ну и вот наловила, считай, за целый день. Ужасно просто, как мало. И досадно, как мало. Ну, такой день. Ребят, немного с высотой поиграла. Решила поиграть с высотой. Вот, вот так вот, наверное, надо сказать. Вот, смотрите, тут я уже кого-то тащу. Ух ты, ух ты. Ура. Чуть-чуть повыше поставила. Как это сказать, мормышку по высоте. Может быть, правда, наладился кислородный баланс. И будет сейчас беленькая чуть-чуть повыше будет брать. Ну, прям со дна, ну вот совсем, ну вот, ну, не, ну никак. Клёва никакого. Неплохая такая идет. Да. Как-то снизу взялась. Вроде опять. Ну, давай. А? Кто-то там пришел. Ну, давай, клюй, клюй, клюй. Вкусный червяк, давай, вкусный червяк, ешь, рыба.
активная поклевка. Скажи, что ты. Ой. Да, пришлось мне спрятаться от солнышка. Я даже немножко спалила, наверное, лицо сегодня, потому что невероятно солнечный день. Считайте, отблеск от снега еще очень сильно идет. Ой, веснушек тут у меня, мамочки, мамочки. Вот, здесь вот как раз за гривой леса я спряталась. Прям немножко полегчало, потому что время 2 часа, ну понятно, что еще световой день часа 4 будет, может быть, солнце не такое активное, но и смотреть, и прямо находиться на солнце уже просто прямо больно, даже некомфортно. Кто-то тут играется с едой. Ясельная группа, наверное, пришла. Очень неактивная рыба. Вот к вечеру потихонечку начинает клевать. Что-то тут играться в лунке. Да. Но только ничего не садится. Это, между прочим, ершовая поклевка. Сейчас будем проверять. А нет, сорожка, кстати. И, кстати, неплохая. Смотрите, что. Вот это я ошиблась. Вот это я ошиблась. Хорошая сорожка взяла. Ура. Угу. Там, смотрите, впереди промоина. Вот. Тут вот пока немножко активизировалась вот эта лунка, прям к 4 часам вечера. Представляете? Я здесь с 7 утра. Что тут? О, сорожка клюнула, все-таки клюнула, клюнула. Опа-на!
Вот такая хорошая живцовая. Тихо, не путай мне тут ничего. Рыба. Глубина большая. Путает снасти. Время 5 часов, а клёва еще как не было, так и нет. Ну что, на что ж похоже? На сорожку. Кто там интересуется, беленькая или ёршик все-таки? Вот так вот, нехотя. Так, а эта удочка у меня сама по себе клюет без опознавательных знаков. О! Зато следующее начало опять. Давайте вот перейдем. Ну-ка, посмотреть, кто тут у нас клюнул в этой лунке. Что-то вот проснулось. Угу. Ой. Нет, только пробует. Только пробует. Ну, похоже на беленькую, что клюет. Не ёрш. А такая вот очень аккуратная поклевка, неспешная. Надо поменять червячка. Давайте поменяем червячка. Давайте будем менять червячка. Вот я тут принесла кусочек. Кусочек. Дайте мне кусочек. А то, видите, тут рыбка растащила. Может, поэтому плохо берет. Поклевка, она там пробует ее, пробует. И вот тут вот еще маленько заведу, чтобы обязательно хвостик был. Ну, пил, клюй рыбка. Посмотрим сейчас. Угу. Кто это у нас тут? Беленькая. Вот, время 5 часов. Вот такие у нас поклевки с ненужной рыбой. Ну, вот. Ждем сорожку.
похоже на беленькую, что клюет. Да, точно. Не ошиблась. Не ошиблась. Сорожка. Это вот ёрш мучает кивок. Ёрш. Курочкам соберу рыбку потом ёршовую. Ну, рыба, давай клюй. Хоть вечером поклюй чуть-чуть, покажи, что ты тут есть. Что это не бассейн, не аквариум какой-нибудь. Да. Вот такая грустная рыбалка. Бывает иногда. Вот так прибавляется рыбка у нас. Так, тут вот что-то уже, кажется, собирается клевать. Ну, прям какая хитрая рыба. На камеру. Ты стесняешься, что ли, клевать на камеру? Давай клюй, покажем тебя тут. Кушай червячка, я себе червячка поменяла. Что ты такая? Ну, такая вот. Это опять ёрш. Сорога так не клюет. Такие порывистые поклевки. Прилетел наш друг. Сейчас
вам покажу. О. Зимородок. Видно его тут? Где он тут? Такой деловой весь. Ты деловая птичка? Прилетел зимородок. Кушает шкарлупки. Ничего не боится. Нету тут семечек, нету. Ой, ты такой холофенький. Зимородок, потому что зимой рождается. Ну, сейчас ты уже на меня тут прыгнешь, да? Все, куда-то там упрыгал. Прыг, 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 прыг. Вот, все, улетел. Куда-то улетел. Время без 15:05, но рассчитываю на вечерний клев. Давайте посмотрим минут 5-7, чем это все закончится. Это рыбалка сегодняшняя. О, живец. Беленькая поклевка. Опа. Отличненько. Отличный живец. Ой. Стой. Стой, рыба, стой. Стой, стой, стой. Сейчас буду ее отцеплять. Вот. Отлично. Плюс один, плюс одна рыбка. Ура! Вот. Может быть, пойдет. Ну, по крайней мере, кто-то стал интересоваться. Так, спешить не будем. Пускай хорошо заглатывает. Рыбка наша золотая. Там тоже у меня вторая удочка поймала рыбку, а эта не поймала. Теплынь, друзья, непередаваемая. Пошевелим. Взялась. Ешь. У меня полный рот еды. Друзья, я целый день ничего не ела. Не знаю, как рыба, а я точно есть хочу. Рыба, ну-ка изобрази клев, как на черных камнях. Пожалуйста. Я же знаю, что ты тут есть. Дяденька водяной, ну жалься, пожалуйста. Беленькой рыбке подари, чтобы щучку поймать. А? Похоже на белую. Очень не спеша. Прям я бы даже сказала нехотя. Вот она. Вот она. Красота. Прямо отменнейший живец. Просто не то слово. Да, таких штук 50. И я буду довольна. Можно собираться домой. За целый день натерпелась.
Угу. Поклевочка. Лавана. Рано. Вот, а теперь в самый раз. Да, ты смотри, что какая хитрая рыба. Что, он что там сидит, что ли? Очень интересно. Такого я еще не видела. Кто это такой? Водолаз, наверное, не может нацепить рыбку мне. Я ж просила клев, как на черных камнях. Опа! Вот она, наверное. О. Хитренькая. Ну что, теперь пойдешь наживкой для щуки живцом. Ну неужели расклевалась-то с утра? Пойду проверю вторую удочку. А вы смотрите за этой внимательно. Если что, зовите. А на второй вот у меня что сидит. Что, не клевала? Клюет, фу, пил. Ну, а, видите, как действует? Опа, хорошенькая, ну так, по ощущениям. Нормально такая, нормально. Опа, отличная рыба. Так, рыба, отдайте крючок. Так, что-то тут я запутала. Ага, все распутала. Так, скоро уже пора менять червячка. Ой, господи, хоть за целый день начала клевать. Вот 5 вечера, 5. Да, не угадаешь. Когда этой рыбе что надо? Когда этот клев начнется? Так, вот. Ветер теплый-теплый дует. Прям даже не верится, что к выходным ожидается похолодание. Ну, давай. Скушала? Скушала. Угу. Нормальная такая. Еще один отличнейший экземпляр. Отличнейший экземпляр. О, вообще песня. О. Так, ну тут червяк вот по всем правилам висит. Порванный. Порванный червяк по всем правилам. Как умело, так и рвало. Ну, что? Не села. Ну, давай. Клюй. Клюй, рыба. Ой. Так, пойду проверю пока. Там пока пусто. Взбодрим. Так, это сколько у нас? 5 минут уже хорошего клёва. Я запись без перерыва делала. Вот 5 минут, это вообще супер. Ну, 5 минут и то, слава богу. Ну что, друзья, я зацепилась.
тут зацеп как бы есть. Традиционные способы не помогают. Сейчас попробуем отцепить вот этой штукой. Живец заводит иногда не туда, куда надо. Так, сейчас рукава закашу. Ой-ой-ой. Так, что тут? Так, давайте вот этой стороной попробуем. Получается. О, достала. Ура. Неожиданно, но достала. Вот, смотрите. Ура! Я уже хотела бежать к Тимофеичу за отцепом. И случайно достала. Но здесь ветка. Ветка. И поэтому живец, если зазеваться, он, конечно, заводит туда. Ну, заодно уже раз достала, поменяю. Ну, вообще, нормальный тут. Червяк хотела поменять, не буду ничего менять. Нормально. Тут оставила. Клевать без меня пока доставала. Так, что здесь? Зацеп, точнее. Отцепляла. Ну, давайте тут подправим. Поплюем. Так, ну и пусть нам лунка изобразит клев на черных камнях. О, пошло. Опа. Ёрш! Да что ж такое-то, а? Наверное, курочки голодные у тети Гали. Вот и ловлю ей. Так. Ну что? Ну что, рыбакит? Попробуем, может, по высоте маленько поиграть. Угу. Так. Пусть рукава. Ой-ой-ой, кто-то тут попался, попался. Вот она. Вот она, вот она, вот она. Вот она рыбка. Какая нам нужна. Отцепляем. И ведерочко. Давай-ка. Отпускайся. Отпускайся, отпускайся. Так. Еще поклевка белой рыбы. Ну, наверное, я рано ее взяла. Интересно, возьмет? Ага, вот подошла. Сейчас спешить не буду. Давай,
давай, давай, давай. Ну, клюй. По соседству поставила лунку. В лунку удочку. О, и там, кажется, что-то заработало. Надо же. Кто-то осторожничает. Или очень крупная, или наоборот ёрш какой-нибудь. В общем, такая хитрая поклевка была. Что опять прыгает поплавок. Вот кто ты там, рыба? Мне так интересно. Что ты за рыба? Закончился мой рыбацкий день. Ух, было хорошо. И вот у нас такая погодка. Так отошла река. Промойны увеличились. Прямо течением смывает берега. Середина еще пока стоит. Но наледь выступила. Идти аккуратно надо. Еще пока можно не бояться. Но, тем не менее, вот уже видите, как мы тут выплываем, можно сказать. Ну, весна, что вы хотите? Так, поплыли дальше. О, лужи блестят. Так, на связи конопушка. По лужам шлепаю домой, так прикольно. Значит, я выхожу последняя с реки. Клев сегодня отвратительный, просто никакущий. Ну, я с удовольствием наловила, с удовольствием отдохнула. Можно сказать, встретила весну, настоящую весну, с теплым воздухом, солнышком. Я сегодня себе сожгла лицо даже, потому что сидела на солнышке, потом пряталась от солнышка. Вот. Волокушу придется, ну, тут еще пока, наверное, самое легкое, несмотря на лужи. Волокушу придется тащить. 200 метров по песку, представляете? Ой, не знаю, как я это сделаю, как я осилю. Устала, надышалась воздухом. Ну вот, ползу к машинке своей любимой. А там что будет на дороге, я вообще даже не представляю. О, ух ты, как тут все оттаяло. Сейчас покажу. Вот смотрите, какие промоины. Уже все, ручьи. Можно, кстати, брать поплавочную удочку. Вполне. Тут вот еще ходить можно. Я думаю, неделю можно походить. Вот, а так. Я бы, конечно, если я поеду, то я возьму поплавочную удочку. Так, ну что, я уже почти выбралась. Пойду, наверное, не по снегу. Дальше впереди. Кстати, прямо замерзает лед. Хорошо. Вроде за день оттаял, снег, солнышко скушал. Ой, какое солнышко красивое. Я такая красивая, солнечная. Вот, и снег прям хорошо подтаял на льду. Ну, конечно, тут иду с опаской. Может быть, тоже, конечно, начать река внезапно отходить от берега. И этого видно не будет. Вот. А течение здесь будет здоров. И сразу такое... Иду с обрывистой стороны, мало не покажется. Но, между прочим, у меня есть лыжи. Вот, тут уже думала, если прям совсем проваливаться все будет. И хорошо оттает за день. Я себе путь отступления наметила.
Вот, там думаю, как-нибудь переберусь на другую сторону по узкому перешейку. И на лыжах, по сугробам через лес. Потому что снега все равно сантиметров 65 в некоторых местах, проваливаешься выше колена. Очень неудобно идти, поэтому лыжи в данном случае очень незаменимый аксессуар. Неудобно тоже, но все-таки гораздо удобнее в них идти, чем проваливаться по колено. Так, ну, друзья, на этой хорошей ноте я встала на землю бренную, обетованную. Я уже точно выхожу с реки. Ничего экстремального не произошло. Я буду прощаться с вами. Кому понравилось, рыбачить вместе с нами, отдыхать с каналом по щучьему велению, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь. До новых встреч. Пока-пока. Что я там сказала? Приключения закончились, а? Вот, волокуша съехала, и я все растеряла. Думаю, что она так плохо идет. Вот, и лыжи мои, и верхняя куртка, чтобы не замерзнуть, ведерко. Тут, наверное, в этом ведерке наверняка... Ой-ой-ой! Ай! Вот так. Упала, вот, прям вообще по самый-самый. Пояс. Вот. Тут вот тоже всякие нужные вещички. Вот я такой бутылкой с прорезью набираю водичку. Тут у меня одна удочка сложена. Вот вторая. Она сегодня очень хорошо отрыбачила. Молодец просто. Удочки, выручалочки. Фу, вон лыжики. Ну все, пойду собирать волокушу. Это оттаяла полностью дорога. Ой, теперь мне по песку вот эту здоровенную или здоровущую волокушу тащить. Тут даже лыжи не помогут. Сейчас тут говорят, бурлаки на Волге. Ну погнали. Ухо, ужас, как тяжело по песку. Конечно, там можно было идти вот с краешку, но на лыжах и утащить навряд ли. Фух, дойду до машины, скажу вам. Жива, не жива.